Здравствуйте, с вами Икбал Каримжанов. Дорогие мои, сейчас вам показываем нерку, как правильно филетировать и правильно, как самым вкусным способом посолить. Так, начали резать. Подглавник будем резать нерку на филе. Теперь будем на филе резать пополам хребтов. Будем резать. А хребтов можно уху сварить. Самое вкусное уха получится, нерочное. Здесь кости все снимаем. Филе у нас лосось. Жирненько такое. И будем второй. То же самое. Будем резать. Хребтов снимаем аккуратно и кости все снимаем. Хребет все собираем и уху приготовим попозже. А теперь филе на кожу снимаем. Теперь будем солить филе нерку. Соли 35 грамм соль, 8 грамм сахар на 1 килограмм. У нас где-то 2 килограмм нерку, филешку. Хорошенько посыпем, помажем. Всю 4 филешку. Теперь закроем, в холодильник поставим на сутки. Через сутки мы достали. Теперь будем резать на кусочки. Всякие по-разному можно резать. Можно кубиками порезать. Можно и тонкие кусочками можно порезать. У нас вот такой вот получилось.
самым вкусным способом. С вами был Икбол Каримджонов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Жду ваши комментарии. Спасибо всем. Увидимся, до новой встречи.